Всем привет, меня зовут Ирсен Кудякова, и вы смотрите канал Бридж ТВ, чарт самых актуальных мировых видеоклипов ТОП-10. Мы поздравляем вас с Новым годом! Сегодня вас ждет особенный выпуск, где мы увидим самые успешные клипы за прошедший год от исполнителей мужчин. Так что устраивайтесь поудобнее, сегодня вы узнаете, кто из представителей сильной половины человечества выпустил главные хиты 2014 года. Десятая строчка итогового чарта за британским электронным коллективом Clean Bandit. Проект, существующий уже 5 лет, в прошедшем году отметился одним из своих самых больших хитов в чартах – Razor B. 10 место. Ребята из группы One Direction, пребывающие у нас на 9 месте, за прошедший год только закрепили свой статус суперзвезд, продолжая завоевывать сердца девчонок в рекордных количествах и заодно став одними из самых богатых молодых музыкантов, в чем сыграл немалую роль и клип «Midnight Memories». Строчка выше One Direction у нас одно из открытий 2014 года – дуэт Ника и Винс. И несмотря на то, что клип вышел еще позапрошлым летом, и путь к славе ребят был весьма тернист, видео «Am I Wrong» смело выбилось в главные хиты года и у нас занимает 8 место. Седьмое место итогового чарта занимает Дэвид Гетта, без которого в последнее время не обходится ни один чарт. Электронный маэстро весь год пребывал на гребне волны и под конец года выпустил свой новый альбом. Ну а хит, под которым не раз сотрясались мировые танцполы, называется «Shut Me Down». Обогнать мистера Гетту смогла не менее колоритная фигура поп-музыки в лице Джастина Бибера. За 2014 год канадский певец, волею судеб или же преднамеренно, создал себе амплуа одной из самых скандальных поп-звезд. Но, к счастью, не забыл и про музыку. Видео «Confident» у нас на 6 месте. В середине нашего чарта главных мужских видеоклипов 2014 года Кельвин Харрис. Шотландский танцевальный гуру трудился, не покладая рук, попутно возглавляя списки главных диджеев планеты, став лицом модного бренда. Музыкальные же заслуги Кельвина Харриса в виде клипа «Summer» у нас под номером 5. Соседство с Кельвином Харрисом разделяет сладкоголосый герой R&B Джейсон Деруло, чей трек «Wiggle» стал одним из бесспорных хитов 2014 года. Летняя вечеринка, танцы, а также Snoop Dogg в роли напарника по треку стали ключом к успеху Джейсона Деруло, который у нас под номером 4. Друзья, с вами Ирсен Кудякова, и вы смотрите итоговый чарт самых актуальных мировых видеоклипов ТОП-10 среди исполнителей мужчин. Тройку лидеров открывает Chainsmokers, ребята, умело поймавшие тренд модного явления селфи и популярности Инстаграма. Как следствие, прогремевший на весь мир хит селфи и третье место в нашем хит-параде. Строчка под номером 2 за Энрике Иглесиасом, который успел завоевать дамские сердца еще много лет назад, но и в 2014 году не сбавил оборотов. Жаркие латиноамериканские ритмы певца пришлись по вкусу всему миру, а хит «Байланда» стал одним из главных саундтреков этого лета. Друзья, 9 строчек позади, пришло время узнать имя певца, выпустившего в 2014 году главный хит. Первая позиция достается продюсеру, дизайнеру, певцу и большому фанату шляп Фарреллу Уильямсу, ставшему заодно и автором суперхита «Happy». Песня про счастье в этом году без сомнений покорила мир и заняла первое место в нашем чарте. Друзья, только что вы увидели итоговый чарт ТОП-10 за прошедший год среди исполнителей мужчин на канале Бридж ТВ. Мы поздравляем вас с Новым годом и желаем самой лучшей музыки. С вами была Ирсен Кудякова. Пока!